С начала весны был поликарбонат. Края были открыты, и я этих края закрывал пленочкой, тканью. Но Джессика постаралась в этой ткани, сделала большие дырочки. На следующий год надо будет покупать. И где-то в конце, в 20-х числах июня, я его раскрыл. Я открутил досочки, снял поликарбонат, который мне пригодится на следующую зиму, на следующее лето без всяких проблем, потому что зимой он прогнется, дуг нету. Вот. И это заняло практически 20 минут. Сходил в лес, нашел палки, прикрутил, подвязал помидоры, а все остальное делает дождь.